видно, и В понятно. Слышно, Ксения, понятно? Да? И видно. Да? Да. И тебе в том числе, которая любит беречь свою индивидуальность. Кто хочет, пусть садится поближе. Да, ты его слышишь, да. Ну еще раз придет. Вот в Оренбурге это твой как бы первый фестиваль, понимаешь? Вот надо как бы так работать широко, понимаешь? Нас хотят разлучить. Хотят? Разлучить? Кто? Кто? Кто в силах разорвать союз двух сердец? А? Или разъединить звуки единого аккорда? Ясно. Я дворянин, да? Да нет же, глупенький. Я Фердинанд. Ну подумай, что важнее? Мой герб? Или предначертание небес. Бегуди, я поэтому так в школу. Ксения, нет, ты сюда вот пришла в 2 часа для чего? Иди одевай юбку со спектакля. Есть возможность, это проверка прочности, проверка своей готовности, проверка, извините, не наработки за год. Потому что есть июне коварство? По-моему, нет. 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 То есть, по сути дела, вот мы как бы с вами сегодня закрываем сезон коварства. Первый его сезон. А следующий уже там начнется сентябрьская история. Вот. Но поэтому нужно к этому отнестись, как к определенному, не передо мной, не перед ними. В какой-то большей степени перед собой, перед тем процессом, который был. Ферденан, угроз. Что?
я пока еще не чувствую в себе яда. Фердинанд, что ты задумал? Фердинанд, он твой отец, Фердинанд. Он убийца. И отец убийца. И пусть отправляется с нами. Фердинанд! И пусть Всевышний обратит свой гнев на виновного. Фердинанд! Спаситель нашего рая прощал! Фердинанд, храни вас Господь! Тебя и его! Здорово, мне так понравилось, как отец играл, так жалко было родителей. Вот. Мне вот до сих пор вот так вот потряхивает чуть-чуть. Мне очень понравился спектакль, и мне понравилась игра актеров очень. Ну, правда, долго немного, но мне кажется, что игра актеров и сами зрители, и эмоции, которые актеры нам подарили, это на самом деле восполнило такой долгий спектакль. Завтра, по крайней мере, здесь принято... Эдуард, правильно я понимаю, что принято обсуждение, да, происходит? Да, завтра в 10 часов в Гранд-театре состоится обсуждение вашего спектакля. Во вчерашнем спектакле меня, конечно же, привлек мотив шекспировский, потому что здесь с нами Алексей Владимирович Барташевич, который сейчас сказал, что мы очень часто, почти всегда смотримся в зеркало Гамлета. Вот, мне показалось очень интересным, что Сергей Морозов шекспиризирует Шиллера по-своему. Но там не только, конечно же, Шекспир, там есть и отцветы и пушкинские, и лермонтовские, потому что там есть и Ромео шекспировский, и Отелло, есть и Арбенин, и есть еще много всего. И есть в руках Максима Копылова, который играет Фердинанда, есть флейта. И это флейта Гамлета. В театре. Он очень эмоциональный.
очень горячий, очень скрупулезно продуманный, выполненный и сделанный. И это всегда чувствует зрительный зал. Интересно чрезвычайно вот что. И это, конечно, достоинство вашего спектакля, достоинство режиссуры, перевода, конечно, что герой этого спектакля, произнося текст Шиллера, производит впечатление современных людей. И говорят, как современные люди. Найден ключ вот этого соединения того, что было тогда, с тем, что происходит сегодня.